Водоем Славянской электростанции представляет собой охладитель, то есть техническое происхождение этого водоема. По периметру полностью окутан плитами, 10 километров расстояние этих плит. Глубина у берега до 3 метров. По рыбе, основная рыба, понятное дело, что это будет судак. Судак от 300 грамм и до 2-2,5 килограмм. Значит, окунь тоже крупный, то есть 100-граммовая особь считается небольшой. При береговой ловле судака имеет смысл его искать по бровке, которая находится по урезу плит. Это его основное место обитания, он там и живет, и нерестится, и периодически отходя туда, все равно туда возвращается. То есть это именно то место, где судака наиболее вероятно можно встретить на этом водоеме. Первый тур встретил спортсменов сильным ветром. Если в зоне С рыболовы не сильно страдали от этого, то в зоне А и Б можно было ощутить в полной мере всю его мощь, а можно даже сказать вред. Сильный боковой ветер заставлял вносить существенные корректировки как в забросы, так и в технике проводок. Очень легкими весами деликатных проводок для малоактивного судака изобразить не получалось. Наиболее подходящей тактикой в таких условиях была работа с тяжелыми весами. Головки 8-10 грамм уже довольно сносно позволяли работать на этой глубине. Но здесь была и обратная сторона медали. Тяжелые веса намного качественнее садились в зацепы. Извлечь их оттуда становилось намного труднее, чем приманки с малыми весами. Если же работа велась на ближней дистанции, под плитами, целесообразнее виделось применение классических джиголовок. За счет своей жесткой конструкции они имеют более высокую проходимость и их легче отстрелить из зацепа. Если говорить о тактике, которая сегодня и вчера была разумна, логична, то можно отметить следующее. Место расположения судака было плюс-минус метр в районе края плит, там где бетонное прикрытие дамбы переходило в грунт. Практически все, по моим оценкам, может быть 90% улова была добыта именно с этой дистанции. То есть это в районе там, 7 метров от берега. Естественно, следовало бросать подальше. С тем, чтобы подтащить в нужное место и в нужное время, и как бы или остановить, или обеспечить что-то интересное для судака. Вот он клевал. Что касается приманок, это однозначно съедобный силикон. Тут даже нет никаких критериев, по которым можно подбирать какие-то другие приманки. Почему? Потому что судак одна из рыб, которая своей пищевой активностью руководствуется органом обоняния. То есть нюх для судака – это один из главных рычагов поиска себе на пропитание. Съедобный силикон в данное время мы можем выбрать широчайшее множество среди наших магазинов, но есть определенные фавориты. Самое популярное, я думаю, что не только для нас, а и для многих рыболовов, это приманки Кейтек съедобные, вот, также приманки Рейнс и также приманки Экогир. И тяжелые весы, да? Понятно. Ну давай, попробуй, ты умеешь на них ловить, попробуй. Yeah.
Прошедший ночью дождь добавил спортсменам головной боли. В некоторых местах на плитах становилось очень скользко. И в соответствии с техникой безопасности забросы приходилось делать из самого верха сектора. Это, в свою очередь, укорачивало заброс и уменьшало рабочую дистанцию проводки при работе под плитами. Подсачивание в таких условиях тоже имело элемент экстрима. Порой приходилось проявлять всю свою изобретательность и бесстрашие. Для харьковских спортсменов итоговые результаты этого турнира давали ответ на вопрос, какой состав будет представлять четвертую команду от Харькова на чемпионате и Кубке Украины. Галушко Александр, Бабуно Андрей и Лазаренко Роман оказались лучшими из числа отбирающихся. И еще один харьковский спортсмен блеснул на турнире. Бигфиш этого турнира в копилку слобожанских рыболовов принес Виктор Баришевский. Те, кто знали или, может, по ходу действия нашли вот так называемые пупки, на которые судак стоял и, в общем-то, регулярно ловился, правда, регулярно это так, условно сказать, применяли 10, 12, 14 грамм. Здесь очень такие своеобразные условия, как бы понять их нам удалось не сразу же, но я считаю, что мы с задачей справились. Самое главное приблизительно для спортсмена понимать, где находится судак.